То есть у вас вообще прямо поленья? Поленья. О, ничего себе. То есть поленья. А между поленьями что? Цемент, ну там глина, да, с раствором помешанная. Ничего себе. А укладывалось это все, сначала стояла какая-то там что-то вроде опалубки, ну, да? Ну вообще-то не, нет, с внешней стороны. Ну, хорошо. А вот ну как-то же это выровнять по каким-то. Ну, в принципе, конечно же, нужно делать обязательно каркас. Ага.